54:2-9. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Мне бы крылья, взлететь, как птица, далеко от житейских проблем, от печали, тоски укрыться, мне бы чудных, больших перемен. Мне б парить в небесах надежды, не заботясь о завтрашнем дне. Мне бы очищенные одежды, мне бы свет в окружающей тьме. Мне бы радости, что без меры, что облилась беспрерывным дождем. Мне б живительной твердой веры, чтоб не думать совсем о плохом. А когда земные печали окружат и укутают тьмой, мне бы духом в родные дали устремиться, как в дом родной. Долетев от невзгод укрыться, мне б найти тот желанный покой, пред престолом Творца склониться и наполнить свой дух хвалой. Но даны нам другие крылья, те, что вверх устремляют наш дух, когда падаем мы от бессилия и пленяет нас злой недуг. Проходя путь земной, суровый, нам подарено право летать. Нам оставлено Божье слово и молитва, чтоб к Богу взывать. От проблем не уйти, не скрыться, птицей белой взмахнув крылом. Надо просто усердней молиться, и откроется дверь в отчий дом.